Сегодня в меню – домашнее медовое пиво. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Вода – 11 литр. Мед – 2 стакана. Хмель – 100 грамм. Дрожжи – 0,5 стакана. Ржаной солод – 3 стакана. Попробуйте приготовить домашнее медовое пиво. Оно прекрасно поднимает настроение. К празднику вариант оптимальный. Ржаные зерна замачиваем в воде и проращиваем. Когда ростки достигнут 3-5 мм, высушиваем зерна и перемалываем в муку. Солод соединяем с хмелем. Еще раз пропускаем через мясорубку. После заливаем 1-2 литра крутого кипятка. Добавляем меда и ставим массу на огонь, средний. После закипания огонь убавляем и держим массу на газу еще 20-30 минут. Дрожжи разводим в теплой воде. Вливаем солодовую массу. Доливаем в эмалированную кастрюлю оставшуюся воду. Убираем в теплое место. Масса должна бродить до появления осадка. Напиток процеживаем и разливаем по бутылкам. Храним в прохладном месте, желательно в холодильнике. Через 5 дней пиво можно употреблять. Замечательное домашнее пиво на меду готово. Пьем, но только знаем меру. Хорошего настроения, начинающие пивовары. Напиток является слабоалкогольным. Он отлично заменит покупное пиво, к которому многие так привыкли. Вкус получается просто замечательный. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!